вами обсудить тот вариант разговора, тот вариант предложения нашего бизнеса для тех людей, которые говорят, что у нас нет денег. Я сейчас подключу слайды. Так, я хочу убедиться, что их будет видно, потому что мы с вами будем учиться делать расчеты. И я вам рекомендую научиться эти расчеты показывать, да, всем, с кем вы будете общаться. Так, подтвердите мне, пожалуйста, что слайд виден. Виден. Виден, да? Угу. Отлично. Хорошо. Так. Итак, чтобы хорошенько рассмотреть все цифры, да, и сам вот слайдик, который рядом я открыла, я вам рекомендую открыть наше видео на весь экран. Итак, друзья, наша компания действительно предлагает простой, легкий и щедрый маркетинг-план. Я хочу еще раз напомнить, что один из владельцев нашей компании – это Рик Томпсон. Это мульти-мультимиллионер, который имеет опыт работы в MLM-индустрии более 40 лет. Представляете? Некоторым нашим партнерам меньше 40 лет, а он уже больше 40 лет уже в MLM-индустрии. И, конечно же, когда выбирался маркетинг-план, то были проанализированы все существующие маркетинг-планы. И уже по опыту наших партнеров мы уже поняли, что это действительно очень простой, очень легкий и очень щедрый маркетинг-план. Даже доказательством того является то, что по итогам 2,5 месяцев в нашей компании 4 двойных бриллианта уже и 9 бриллиантов. И огромное количество платины, золота и других статусов. И все эти статусы, я вам напомню, дают возможность выйти на пассивный доход. И самое главное преимущество для тех, кто говорит, что у меня нет денег, друзья, это то, что в нашей компании есть возможность зайти на минимальный стартовый пакет за $139. Что такое $139? Ну, на самом деле это 9,5 примерно тысяч рублей сегодня. Я специально для простоты подсчета округлила, что 10 тысяч рублей. Да? И на самом деле даже те люди, которые говорят, что у меня нет в наличии сейчас 10 тысяч рублей, не правы. Почему? Я вам еще раз, в очередной раз раскрою секрет, которым пользуются все богатые люди. Как правило, все бизнесы начинаются не на свои деньги, потому что, как правило, у богатых людей свои деньги все в обороте и все работают. И когда появляется выгодное предложение, для этого предложения, чтобы им воспользоваться, привлекаются деньги других людей. Что такое 10 тысяч рублей? Друзья, я думаю, что у каждого из вас есть друзья, соседи, родственники, какие-то близкие, да, коллеги. И на самом деле в окружении любого человека, который достиг 23 лет, вокруг него, да, в его контактах, в кругу его знакомых находится около 700 человек. И здесь, я думаю, что у вас в первую очередь должно быть осознание, насколько это действительно уникальная возможность. Я еще раз повторю, да, во-первых, это компания, которой 18 лет на рынке. И когда мы задавали вопрос нашим владельцам, да, а не закроется ли вдруг наша компания, вы знаете, они нам сказали, что мы эту компанию создавали не для себя, мы эту компанию создавали для наших детей, внуков и правнуков. И за 18 лет она настолько работает в автоматическом режиме, что даже если у нас бы появилось желание ее закрыть, это уже сейчас невозможно. Потому что действительно это маховик, который раскручен и который уже невозможно остановить. Поэтому, друзья, напомню, что эта компания надежна. И я вам напомню, что, как правило, ни один бизнес не начинается, да, очень редко начинается на свои личные деньги.
И где же взять те 10 тысяч рублей, которые необходимы, чтобы начать международный крупный бизнес? На самом деле, спросите любого бизнесмена, который открыл киоск, который открыл магазин, который занимается каким-нибудь производством или еще что-то, сколько денег понадобилось для того, чтобы запустить бизнес? Ни один бизнес нельзя начать на 10 тысяч рублей. Здесь у нас с вами такая возможность есть. И для того, чтобы найти, привлечь эти деньги, которые помогут вам изменить один раз и навсегда вашу жизнь, необходимо сделать простые шаги. Нужно просто взять и занять деньги. Сейчас я вам буду писать. Значит, что такое 10 тысяч? Да? Это 10 человек, которые вам займут по 1000 рублей. И если человек мне говорит, что у меня нет, да, денег, тогда я спрашиваю, скажите, сколько вам лет? И как нужно было жить, да, и как нужно было вообще обращаться с людьми, что в вашем окружении нет 10 человек, которые займут вам 1000 рублей. Пишем, да? Так, сейчас я еще увеличу, чтобы еще крупнее было. Сейчас выберем цвет шрифта более приятный, не черный. Возьмем зеленый, синенький. Да, это более привычный нам. Хорошо. Так, сейчас мы еще шрифт изменим. Тоже на более привычный. Если даже, да, нет у вас среди вашего окружения людей, которые могут вам занять по 1000, пусть это будет 20 человек, которые вам займут по 500 рублей. Можно найти, да? Или 40 человек, которые займут вам по 250 рублей. На самом деле, что, как правило, останавливает многих из вас? Страх. Что обо мне подумают и что обо мне скажут? Знаете, у нас есть партнер из Африки, из страны, где ежемесячный заработок 10-15 долларов. И он вошел в наш бизнес. И не потому, что у него были свободные 139 долларов, а потому что он понял, что это уникальная возможность один раз и навсегда изменить свою жизнь. И что он сделал? Он у 100 человек занял по 1 доллару. Даже не у 100, у 139 человек, да, 139. У 139 человек занял по 1 доллару. У него нашлось такое количество людей, которые смогли занять ему по 1 доллару. И он начал этот бизнес, друзья. Только сейчас вам Ирина рассказала, да, как начав со 139 долларов, можно не только заработать очень быстро, но также и получить в подарок поездку в Мексику. Это уникальная компания, и вы знаете, ни в одной другой компании вам не сделают таких предложений. Но эти предложения рано или поздно закончатся. Они заканчиваются 31 октября. И давайте дальше посмотрим. Да? Здесь мы просто подведем итог. Потому что следующий вопрос, который возникает, как правило, у человека, да, тем более при таком предложении, как быстро я могу вернуть вложенные деньги? Как быстро я могу заработать эти деньги и отдать то, что я занял у людей? Так вот, друзья, сегодня, в октябре, по 31 октября
у нас акция быстрого старта. Когда вы приглашаете трех человек на стартовый пакет за $139, вы зарабатываете по $55. Итого получается, что вы зарабатываете $165. Представляете? То есть вы из этих денег, $165, отнимаете свои $139. И у вас еще остается $26. Ну, как бы, да, что такое $26? Кажется, что это очень маленькая сумма. Друзья, давайте умножим. Сегодняшний курс доллара 62 рубля. Мы получаем с вами 1612 рублей. Скажите мне, для кого эта сумма маленькая? Есть люди, вот буквально я вчера или позавчера проходила мимо киоска, приглашаются, да, продавцы в киоск, и зарплата 4500 рублей. Это как минимум работать полмесяца, если там работа идет 2 через 2. 15 дней. 4500 рублей. А здесь вы, пригласив в этот бизнес трех человек, отбив сразу свои вложенные деньги, еще в плюсе остается 1612 рублей. Скажите мне, пожалуйста, у вас есть в вашем окружении три человека, которые нуждаются сегодня в дополнительном доходе, которые ищут работу и не могут ее найти? Наверняка у каждого из вас есть. Три человека всегда найдутся. Итак, это мы с вами разобрали, да, как быстро отбиваются деньги. Давайте рассмотрим дальше. Что же произойдет дальше, когда вы будете, поможете уже своим трем приглашенным людям пригласить еще по три человека? Во-первых, вот предположим, что вы это делаете в течение месяца, да, вот целый месяц, вот до конца месяца вы приглашаете трех человек. Хотя у нас есть люди, которые за один день регистрируют по 5, по 6 человек, за 3 дня по 10 человек. То есть, да, у нас до конца месяца осталось более 10 дней. Три человека за это время пригласить можно несколько раз. Итак, по итогам месяца, пусть вы только вот пригласили трех человек, что вы получите по итогам месяца? Здесь мы с вами смотрим. Итак, первое. Уровень у вас заполняется. Три человека по $4. Три человека умножаем на $4. То есть вы зарабатываете $12. Правильно? Казалось бы, это небольшой заработок. Да? Ну, давайте мы умножим. Еще раз на 62. Это получается 62 умножаем на 12. 744 рубля. Да, небольшие деньги. Но кому-то хватит этих денег заплатить за интернет, за телефон, да, и еще на транспорт. Дальше рассматриваем. Каждому из трех своих человек вы помогаете пригласить также по три человека. В своем окружении найти трех человек, которым срочно нужны деньги. Таким образом, у вас на втором уровне уже будет 9 человек.
9 человек умножаем на 6 долларов. И вы, получается, что заработали 54 доллара. То есть, если вы за второй месяц больше ничего не сделаете, вы только пассивный доход по командному бонусу и того, да, за второй месяц и того работаете 66 долларов. У нас есть ежемесячная абонентская плата. Даже если вы отсюда заплатите 49 долларов, у вас останется еще 17 долларов. Умножаем их на 62 рубля. Того получается 100 рублей. Заработали 1054 рубля. Не в убытке, вы уже в прибыли. И на следующий месяц, друзья, это я вам только один бонус считаю, да, вот тот пассивный доход, я здесь не считаю еще то, что вы получаете с бонуса быстрого старта. С 9 человек, да, даже если мы сейчас вот посчитаем, да, давайте попробуем. Еще что вы получаете? Так, 9 человек умножаем. Бонус быстрого старта со второго уровня, с маленького пакета, 15 долларов. То есть вы получаете уже 135 долларов. Умножаем на 62 рубля. Оп. Так, сейчас вот так сделаем. Это получается, что мы с вами зарабатываем 135 умножить на 62, 8 370 рублей. Для многих это больше, чем пенсия и больше, чем зарплата. Это за второй месяц вы уже зарабатываете. Если же вы хотите это сделать быстрее, вы можете эти деньги заработать уже в первый месяц. Нужно всего-навсего каждому из своих 3 человек помочь найти 3 человек, которым срочно нужны деньги. И это, друзья, при вложении, да, 10 тысяч. 10 тысяч мы уже заработали, отдали и остались еще в плюсе. И уже начали зарабатывать. Если прибавить сюда еще 1050, да, 1054 плюс 1054, это получается итого 1054 плюс 800 370 равняется это
9 424 рубля. Кто бы хотел получать такую зарплату за непыльную работу? И это еще не все. Давайте посчитаем третий месяц. Третий месяц вы каждому из своих 9 человек помогаете пригласить по 3 человека, которым срочно нужны деньги. То есть у вас уже на третьей линии будет 27 человек. Во-первых, вы получаете по 4 доллара. Это 108 долларов. И плюс бонус быстрого старта. В третьей линии с каждого по 10 человек. По 10 долларов 27 умножить на 10 долларов равняется 270 долларов. Правильно? Итого 108 плюс 270 Так, неужели не видно слайдов? Так, кто у меня спикеры? Скажите, пожалуйста, слайды видно? Первые расчеты были видны, потом нет, я тихонечко писала уже. Вторые не видны, да? Нет. Вот Так. заканчивается 26 долларов на 62 рубля, если у всех так. Хорошо. Так, сейчас момент. Еще раз обновлю показ экрана. Так, сейчас видны? Да. Да, сейчас видно, Да, да? да, да. Отлично. Значит, смотрите, то есть 108 долларов это мы заработали за командный бонус, 270 долларов с третьего уровня заработали это бонус быстрого старта. Итого получается 108 плюс 270. $378. Умножаем на 62 рубля. Так. Посмотрим, что у нас. Ага, не видно. Сейчас мы тогда вот эту вот полосочку уберем. Итого получается, умножаем на 62 рубля, 23 436 рублей. Это заработок по минимуму за третий месяц. А дальше посчитайте сами. Дальше у вас, да, уже не будет бонуса быстрого старта. Но если каждый месяц, у меня микрофон не выключен, если каждый, да, поможет каждому своему партнеру в месяц приглашать по 3 человека, а это можно делать каждую неделю, друзья, и выйти на эти доходы намного быстрее. Вы начнете зарабатывать очень приличные деньги. И один раз и навсегда забудете о том, что такое нет денег, что такое бедность, что такое нищета. И вы забудете о том, что такое дорого. Потому что нет понятия дорого, есть понятие мало денег.
Одно дело, когда у вас, да, вот у многих пенсионеров пенсия, у кого-то 5-6 тысяч, у кого-то даже 7 тысяч, да даже если 10-12, друзья. И если вы плюс к этой пенсии будете получать по 23 тысячи рублей, по 1000 долларов, это 60, да, более 60 тысяч рублей каждый месяц. Потом вы выйдете на доход в такие, да, 1000 долларов каждую неделю. А наступит момент, когда у вас такой доход будет каждый день. И это в компании, которая 18 лет уже на рынке, и которая никуда не собирается уходить. И мы с вами сейчас сделали минимальный расчет при минимальном входе. А если сделать расчет на лидерский пакет, то это намного больше. Я просто даже, да, вам хочу напомнить, вернитесь, посмотрите, отмотайте видео назад, когда будет уже готова запись. И посмотрите тот слайд, где Ирина рассказывает, что если вы входите в бизнес за 139 долларов и приглашаете трех своих друзей, знакомых в поездку в Тулум на лидерский пакет 829 долларов, то вы зарабатываете бонус быстрого старта 450 долларов. Компания вам дарит 500 долларов на дорогу при условии, что вы едете в Тулум. И да, тур по программе «Все включено» на два человека в Тулум тоже дарит вам в подарок. То есть у вас есть и деньги на то, чтобы съездить в Тулум, и поездка. И это при условии, что вы вошли всего на 139 долларов. То есть вложили лично в себя 10 тысяч рублей. А самая ценная инвестиция, которую вы можете сделать, это инвестиция лично в себя, в свои знания. Потому что знания и опыт, и навыки, которые вы получаете здесь, в нашей компании, их невозможно у вас будет отобрать. Вы их сможете использовать в любом бизнесе, в любой компании. И я хочу вам показать еще что. Да? Вот второй месяц, когда вы зарабатываете 8, даже не 8, а 9 тысяч. $424 рубля – это фактически 100% дохода во второй месяц с вложенных денег. Причем надежно, друзья. Это не какой-то хайп, это не какая-то сомнительная финансовая пирамида. Как мне сегодня девушка ответила, я зарабатываю 100%, верю, с чего? С вкладов. То есть кто-то приносит деньги, а она эти деньги кладет себе в карман. Я не знаю, с какой совестью можно жить и участвовать в таком бизнесе. Представляете, какие кармические наработки себе, своим потомкам. А здесь мы с вами играем в честную игру. Почему? Потому что те партнеры, которые сюда приходят, на каждый пакет получают тур услуги, поисковик отелей по самым низким ценам, личного консьержа. Только эти две услуги дают вам возможность зарабатывать королевский бонус, то есть на разнице в цене туристических поездок. Уже на этом вы можете зарабатывать. Не умеете? Подключите тех людей, которые умеют это делать. Если у вас, в вашем окружении попадаются люди, которые говорят, я не люблю сетевой бизнес, покажите им эту возможность. Ты можешь не строить команду, ты можешь купить себе, да, место за 139 долларов, за 9 тысяч и фактически открыть свое турагентство. И за тебя будут работать консьержи нашей компании. 100 человек, которые разговаривают на разных языках. И сейчас проходит уже консьерж на русском языке. Скоро он будет с нами работать, вернее, она, ее зовут Елена, через Skype. И я вам напоминаю, что сейчас компания нам приготовила уже огромное количество туров в разных направлениях, самые востребованные для России и СНГ. И сейчас готовятся еще туры новогодние, на которых тоже можно будет заработать, буквально купив один пакет, да, за 100 тысяч рублей. За 100 тысяч, ой, что я говорю? За 10 тысяч рублей, друзья. За 10 тысяч рублей.
за 139 долларов. И, конечно же, самый выгодный вход для тех, кто мыслит другими категориями, кто хочет здесь получать по максимуму, кто хочет с первого дня получать самые большие деньги, конечно, самый выгодный вход – это на лидерский пакет. Итак, друзья, я надеюсь, что эта запись вам поможет. Я уверена, что вам теперь будет намного проще показывать выгоду нашей компании, что здесь компания и бизнес в этой компании надежный. Кроме обучения, кроме тренингов успеха, приобретения навыков ведения интернет-бизнеса, как находить скайпы лидеров, как делать рассылки, как работать в скайпе, как работать в социальных сетях, вы еще получаете тренинги, программы по уверенности в себе, по притяжению денежных потоков, по расширению вашего сознания и по омоложению в том числе. То есть здесь, в нашей компании, вы получаете возможность стать гармоничной личностью, друзья. Итак, на этом я хочу закончить. Единственное, я хочу посмотреть, есть ли у нас вопросы в нашем чате. Нет, вопросов у нас нет. Итак, я благодарю вас за ваше терпение, потому что мы работаем уже почти полтора часа. И надеюсь все-таки, что вот тот вариант расчетов, который я вам показала, поможет вам в расширении вашего бизнеса, приглашении партнеров. Я благодарю участников нашей конференции, выпускников нашей школы, Игоря, Галину и Ирину. Еще раз поздравляю Александра Горского с днем рождения. И, друзья, я вам желаю, так как сегодня все-таки выходной день, завершения, прекрасного завершения этого выходного дня. Может быть, кто-то воспользуется тем, что сегодня люди за компьютером сидят в социальных сетях и найдут себе еще одного или несколько партнеров. Чего я вам искренне желаю. И до новых встреч. С понедельника у нас каждый день будут проходить встречи в 16 часов для дальневосточного региона, в 20 часов. В среду проводит презентацию и школу по бизнесу наш лидер Борис из Канады. И все остальные дни, каждый день у нас конференции два раза в день, в 16 и в 20 часов. Если вы хотите получить вовремя ссылку, чтобы была возможность поделиться своими друзьями, то нажимайте на ссылочку «Присоединиться в чат». Вы всегда будете вовремя получать информацию и получите также возможность задавать вопросы, на которые ответят наши партнеры, наши лидеры. До новых встреч, друзья! С вами была Валентина Скуридова. До свидания!